Всем привет, с вами Сакура, и сегодня я хочу вам показать свои покупки, которые я сделала в интернет-магазине Виши. Да, заинтересовал меня все-таки этот бренд, захотела я ему дать второй шанс. В какое-то время я пробовала некоторые продукты, мне не нравились, но я заказала что-то совсем другое, что никогда не пробовала, что мне интересно. Ну, давайте приступим. Первое, что меня заинтересовало, это вот такой вот наборчик Виши. Он стоил очень бюджетно, 531 рубль, и здесь 4 позиции. Я даже жалею, что взяла всего лишь один набор, потому что, ну, наполнение намного круче, и вообще, я считаю, это экономно. Ну, давайте я вам покажу, что в этом наборе. Первое, что здесь мы находим, это серия Normaderm 100 мл гель для умывания. Все мы знаем, что такие средства от аптечной косметики, хватает их надолго, они экономные, поэтому буду с удовольствием пробовать и надеюсь, хватит и надолго. Ну, месяц точно, а то и полтора. Следующее, что у нас здесь в набор входит, это у нас термальная водичка 50 мл, такой вот мини-объем, но, если честно, мне 50 мл хватает надолго. Я распыляю на лицо раз, два раза в день, и мне нравится. С удовольствием тоже буду использовать. Также в этом наборе у нас идет вот такая вот маска очищающая. Здесь два саше. Эти маски уже есть как в полноразмерном варианте, так и в виде саше. Я рада, что в виде саше, потому что, ну, маски-мазюкалки это не мое, но а вдруг это что-то крутое, интересное, поэтому с удовольствием все-таки попробую. Заинтересовала меня и миниатюрка увлажнения и коррекция, написана от Normaderm, 3 мл, здесь миниатюрка крема для лица. Как выглядит, наверное, все мы догадываемся, то есть это вот такой вот мини-тюбичек. Но мне крема для лица много не надо, совсем-совсем-совсем чуть-чуть, поэтому мне, поверьте, этого 3 мл хватит и надолго. Вот такое вот наполнение набора, если в следующий раз он будет в наличии, я возьму парочку, потому что считаю, это очень выгодно. Также взяла антиперспирант Home для своего мужа, очень интересно, как он отзовется, что скажет, когда попробует. Его еще я не открывала, естественно, а дам ему, подарю и будет, надеюсь, с удовольствием пользоваться. Еще, конечно же, так как я обожаю крема для рук, вообще жизни не представляю себе, чтобы не заказать какой-то подороже и наслаждаться этим. В общем, я в этом деле гурман. Конечно, я заказала крем для рук Виши. Здесь 40 мл. Объем, как я люблю. То есть он не огромный и как раз такой, какой надо. Я его немного попробовала и расскажу вам, что он из себя представляет. Активно я им не пользовалась, но попробовала. Как вы видите, этот крем такого же цвета, как и сам тюбик, то есть розовый. И он жидковатый, то есть вы можете видеть, что пахнет очень приятно, чем-то свеженьким. Этот крем очень легко и быстро впитывается, он не оставляет, естественно, никакой жирной пленки, никакого какого-то неприятного эффекта. То есть вы его нанесли на ручки, размазали, да, немного помассировали, он впитался, вы наслаждаетесь эффектом. Но, конечно, более какой-то подробный отзыв я смогу сделать, когда уже использую полностью весь тюбик. Также я себе заказала минеральную маску успокаивающую, это тоже 2 саше. Хочу попробовать, если мне понравится, возможно, я закажу себе и полноразмер. Ну, я думаю, удобно вот такие вот саше себе покупать и пробовать наслаждаться. Это по поводу того, какие у меня были покупки. Они на 2100 рублей, доставка бесплатная 2000, и, конечно же, был подарок. Подарок в такой классной косметичке. Там промокод указан в разделе акции, так что любой может воспользоваться. Это не какой-то секрет, не тайный промокод. В общем, такая вот косметичка. Очень-очень классно, здесь, конечно, написано Виши и голубого цвета, такой, знаете, чистота, небо, что-то вот такое очень классное. Вы знаете, что я собираю, не то что собираю, я ими пользуюсь, но я очень люблю косметички от брендов, поэтому для меня это вдвойне подарок. И что же здесь у нас внутри? А внутри
легкий крем Аквалия Термаль 15 миллилитров, смотрите, то есть очень даже. Он, как всегда, в такой вот стеклянной баночке, его хватит надолго. Я, скорее всего, его использую, попробую, потому что мне интересно. Следующее, что мы здесь находим, это у нас мицеллярный лосьон для снятия макияжа 30 миллилитров. Смотрите, какая малютка. Очень удобно, наверное, взять с собой тем, кто путешествует, либо же куда-то собирается. Тоже с удовольствием испробую. И саше. Пробуждающий бальзам для контура глаз. Вот так вот он выглядит. Это у нас саше. Саше 1,5 миллилитра. Тоже с удовольствием попробую. Вдруг мне понравится. Это по поводу того, что было в этой бесплатной косметичке. Но также еще мне упали в корзину 3 саше. Я их не выбирала. То есть нет возможности выбрать. Просто они автоматически падают. Здесь у меня бальзам для тела Ideal Body 7 миллилитров. Тоже с удовольствием его попробую. Любопытно. И у нас от Идеале саше с кремом для глаз и крем для лица. Вот такие вот были мои покупки. Буду знакомиться с маркой. А вам спасибо за внимание. С вами была Сакура. Пока-пока.